Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам в руки книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию. Читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть будут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в трудный день. Когда вам тяжело, когда вы одиноки, спешите к Библии под благостную сень. Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг и дрогнет мир души. Читайте Библию, она вас успокоит и стон мучительный страданий заглушит. Читайте Библию, не расставайтесь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонив свои колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценней будет прелестей земных. И если мало вы прошли вчера, сегодня намного более прочтите строк живых. Читайте Библии священные страницы. Читайте так, как всякий алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой нет больше книги на земле. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь. Чтоб вам хождению по духу научиться, читайте Библию, живого Бога речь.